Мода на кожаные изделия набирает обороты. Приветствуется не только верхняя одежда, но и кожаные аксессуары. Отдавая дань моде, музей-заповедник «Родина Ленина» развернул выставку «Мир кожи, искусство и мастерство» на территории музея «Пожарная охрана Симбирско-Ульяновска». Новый выставочный проект – часть большого выставочного цикла, прошедший через огонь, посвященного ремеслам, в которых применяются высокие температуры и открытое пламя. Наш музей, конечно, рассказывает о пожарной профессии, об огне разрушающем, но есть цикл наших выставок об огне созидающем. Именно огонь и его сила применяются во многих производствах, в том числе и в ручной и производственной обработке, в том числе кожи. На выставке представлены предметы из фондового собрания музея-заповедника. Женские и мужские аксессуары, обувь, предметы быта, выполненные в технике горячего и холодного теснения, перфорации, аппликации. Кроме того, выставка знакомит с инструментами по обработке кожи, найденных в ходе археологических исследований. Партнером выставки выступила кожевенная мастерская Ульяновска. Предприятие предоставило современные инструменты по обработке кожи и образцы сувенирной продукции. Вообще кожей обычно занимаются мужчины, как известно. Но у нас, наверное, единственная мастерская, возможно, даже в России, возможно, даже во всем мире, где работают только девчата. Но так вот сложилось. Что работают только девчата и своими вот хрупкими руками изготавливают изделия. То есть это они режут, шьют, прошивают, обрабатывают вручную все это. Менеджер мастерской рассказала, какие виды кожи они используют при изготовлении изделий и чем они отличаются. Так, кожа ягненка отлично поддается драпировке, она мягкая и легкая. Кожа теленка тоже мягкая и красивая, обладает элегантной текстурой. Буйволинная кожа более плотная, она устойчива к царапинам, а экзотические виды кож, например, питона, отличаются красивой фактурной поверхностью. Также сотрудник мастерской подсказала, как отличить свиную кожу от телячьей. Оказывается, на всей поверхности свиной кожи видны поры, есть небольшие ворсинки и трехточечный узор. Выставка также стала площадкой для мастер-класса по изготовлению сувенира из кожи в технике теснения. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.